Приучать детей к разумному распоряжению деньгами лучше с юного возраста, помочь освоиться в мире финансов поможет банковская карта, но какая карта лучше для ребенка? Знали ли вы, что существует такой продукт, как дебетовая карта для ребенка? Главная задача карты, которую называет сам Тинькофф банк помочь родителям в обучении ребенка основам обращения с финансами. Учитывая, что карту можно получить для ребенка даже младше 14 лет, приучать детей к деньгам можно с юного возраста. Подробности на сайте.